Всем привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете и комментируете. Мне честно очень приятно. Спасибо. Всех благодарю, всех люблю. Также я сегодня хотела передать огромный-огромный привет Варваре Гунько. Варварочка, от меня лично тебе огромный-огромный привет. Хочу пожелать счастья тебе, здоровья, всего тебе самого хорошего. Чтоб каждый день начинался с улыбки. Чтоб тебя всегда окружали любящие, близкие тебя родные. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх и поехали. Разговаривают две подруги, и одна другой говорит: «Галя, Галь, а что-то я давно мужа твоего не видела. Ай, заболел!» «Да нет, что ты, в командировку уехал на 2 месяца. Слушай, ну и как же ты теперь без мужика? Вся, наверное, страдалась. Да ладно, что ты, он мне вибратор купил. Слушай, ну и как он тебе заменяет мужа? Как он хоть действует, расскажи. Слушай, да все бы ничего, да вот только пломбы все повыскакивали».